Почему вы здесь живете? Я Карлсон. Плацкартный вагон. Это такая маленькая страна на колесах. В миниатюре. Я как бы коллекционер. Кто-то марки собирает, а я история своих попутчиков. Welcome to Russia. Самое удивительное для меня в России – это то, что я сейчас здесь. Вы ко мне? Я журналист. Я хотела у вас взять интервью. Меня назвали Иваном. Говорят, в России так всех зовут. Как зовут? Иван. Иван Семенов. Я пишу детские книжки. Иван Петрович, Иван Петрович! Вы же за мной гнаться не будете? Вообще, по выбору места, по выбору еды, одежды, по количеству вещей можно много понять о человеке. А ты что, программист, да? А жопа у тебя сидеть не устанет? Я хочу понять. Русская душа. Ты что, глухой? Я тебе сказал, отвали уже. Пуховой аппарат утопил в море. Пока глухой. Иван! Страна Ивана. А дом тебе кто построит? Мне построит 3D-принтер. Галина. Очень красивое имя. Амина. Малина. Это ты? Я думала, что тебя уже нет. Мы же с вами не случайно все это делали. Можно же новую жизнь начать. А у вас есть какая-то тайна?